Дорогие наши ленинградцы, спасибо вам за подарочки сладкие деткам нашим в школе. Вот нам выдали. Моя дочь в 11 классе, и нам дали ДНРовский подарочек. И ваш. Очень вкусные конфетки. Мне тоже дочь гостила. Вот сегодня уже второе число наступило. Мы все кушаем по конфетке. Очень вкусно. Все конфеты шоколадные, ребята. Да, вот в такой упаковочке они были. Здесь написано. Вот, Российская Федерация, Ленинградская область сделана. Написано: с Новым годом и Рождеством у вас, дорогие мои. Дорогая наша Ленинградская область и вся Россия наша. Спасибо за поддержку. И тоже вас и ваших близких с Новым годом и Рождеством. Спасибо.